Всем привет! Снова я со своим невзрачным видео здесь на YouTube и с болгарочками выношу всем мозг по инструментальной тематике. Так что подписывайтесь, сейчас расскажу кое-какой интересный момент. Смотрите, вот я про этот диск уже рассказывал, да? Он имеет свойство затупляться. Сейчас покажу, как его можно заточить. Он алмазный, да, вот в этих сегментиках, вот тут по кромке, да, есть алмазы такие технические. Они иногда стираются на разных материалах. И вот, чтобы их снова оживить, рекомендуется затачивать диск, ну, не рекомендуется, может быть, лайфхак такой, диск о белый кирпич, вот простой белый кирпич, вот я тут уже несколько пропилов делал, и оголяются вот эти вот сегментные алмазные маленькие вкрапления, крошечки. Вот, и таким образом диск можно оживить заново. Сейчас покажу. Диски оголяются вот эти вот маленькие алмазы, которые вот здесь впаяны в эту кромку. И он начинает лучше шлифовать, лучше резать. Вот такой вот лайфхак. Вот такая прикольная болгарка. Я уже рассказывал и про диск, и про болгарку на канале. Так что, кому интересно, подписывайтесь на наш трудовой канал. Здесь много интересного. Также можно затачивать и большие диски, вот как я сейчас показал. Вот болгарочка лежит. И тоже вот тут вот, даже, может быть, увидите, в этих вот сегментах вот есть маленькие-маленькие вкрапления. Вот они, видите? И вот они иногда подтираются, да, то есть стираются. И вообще, свойство вот таких дисков, чем диск более такой обкатанный, тем он острее. Турбодиск на фланце, видите? Вот так вот он одет. Одной рукой снимаю, неудобно, так что извините, коряво все. Ничего страшного, оставайтесь со мной. Всем пока, будет много еще интересного.